Добрый день. Я нахожусь в Болгарии сейчас и ездил вчера в район Солнечного берега, в Бургас, Созопол. Короче говоря, от Варны до юга Болгарии вдоль побережья Черноморского. Ну, сплошь косяком, конечно, идут отдыхательные заведения, пансионаты, отели, домики разные и так далее. Все это сдается, продается, и вокруг этого бум. Покупают в основном, конечно, русские. Основная масса покупателей русские. Русские едут на юг Болгарии, там покупают себе какую-нибудь недорогую недвижимость в основной массе своей, для того, чтобы летом приезжать и отдыхать. Но бум прошел. Кризис, явный кризис, спад. Цены упали, покупок меньше, недвижимости. Вот какое наблюдение я сделал. Я это как бы и видел раньше, но вот вчера особенно это бросилось в глаза. Едешь и в некоторых местах, особенно близко к дороге, на 10-й, на 12-й линии, там, где уже до моря очень далеко, остовы недостроенных отелей стоят. Просто вот брошенное строительство, всажена куча денег. Ведь я представляю человека, который приглядывался, присматривался, взвешивал, анализировал, собирал кропотливую информацию о том, что происходит на рынке недвижимости. А в это время, лет 10 назад, начался бум. И все, кто только мог, быстро брали кредиты в банки, выбивали, покупали землю поближе к морю и строили какие-то объекты для последующей сдачи и продажи. Отели и квартиры, апартаменты и так далее. И на этом люди делали деньги. Серьезная. Стройка начинала бурлить. Те, кто успел первыми захватить лучшие куски, кто начал строительство и продавать, начали богатеть, остальная масса спохватилась, включилась в этот процесс, и вторая волна, третья волна. Я еще когда в 2007 году пытался этим присматриваться, первый раз столкнулся с болгарской недвижимостью, я тогда думал, и спрашивал местных риэлторов болгар, я говорю, а кто-нибудь регулирует вообще этот процесс? Количество вот этих объектов, количество вот этих санаториев, пансионатов, отелей, они будут востребованы когда-то? А мне отвечали, да никто, конечно, это частная инициатива. Кто успел, тот и продал. И вот, наконец, я представляю себе человека, который долго вот приглядывался, и, наконец, он решился, взял деньги в банке, купил за сумасшедшие деньги землю, оставшуюся от того, что уже разобрали, где-то не на первой, не на второй, не на пятой и не на десятой линии, возле дороги, возле трассы, и начал стройку. И в это время грохнул кризис, все рухнуло, спрос упал, цены упали, а вложенные деньги уже в недостроенном здании. А кредит и банк давят на мозжечок и говорят, давай деньги. И в каком положении оказался человек? И таких, я думаю, много. Кто эти люди? Это люди, которые очень долго принимают решения, которые долго присматриваются, которые обречены на то, чтобы на рынке оставаться в последних рядах. Очень важный момент. Это всегда говорят, что самый быстрый и решительный, он хоть и рискует, но зато у него гораздо больше шансов преуспеть. Вот нам надо всем, работая на рынке, если мы занялись бизнесом, мы занимаемся, в частности, сетевым маркетингом, появляются темы. Появляется направление, появляются продукты, которые актуальны в данный момент. Пройдет время, и волна интереса схлынет. Это неизбежно.
Если продукт хороший, то компания останется надолго, но уже не будет этого ажиотажного спроса, не будет этого жуткого интереса, не будет вот этой новизны, вот этого вот первого эффекта успеха, когда ты оседлал волну, оказался в первых рядах. Вот тот, кто первый, кто в первых рядах, ну хотя бы во вторых рядах, успевает попасть в тему и быстро начинает действовать. Вот слово «быстро» очень важно для бизнеса, очень, крайне важно. Поэтому мой принцип такой: действовать надо быстро, работать надо много, долго и правильно. И на первом месте слово «быстро». Мне очень жаль тех людей, которые попали вот в это вот молотилово, когда человек наконец решился, долго не мог решиться, и вступил в последний момент, когда уже все рухнуло. Это ужасно, это самое кошмарное, что только может быть. Но хорошо, у нас в сетевом бизнесе нет таких ужасных рисков, таких кошмарных, огромных инвестиций, когда просто жизнь рушится. Просто, ну представьте, взять, скажем, там 100-200 тысяч долларов кредита в банке под проценты, всадить их в здание, недостроить, и все это брошенное осталось. Как рассчитываться? В петлю лезть? Ну, многие люди продолжают бороться, но вообще-то это ужасно. Гораздо лучше в первых рядах. К чему я все это веду еще и еще и еще раз? Когда вы начинаете бизнес, то нужно искать компанию, в которой продукт, тема, направление отвечает времени, духу времени. Чтобы это был такой тренд, который начинает движение. Чтобы это было на первой, на второй волне хотя бы. Вот я зашел в одну из компаний, когда в первую свою компанию, когда уже пошло вниз, когда уже начался отток, когда уже начался спад естественный. Всегда спад бывает. Сначала резкий подъем, а потом спад, а потом, если компания хорошая, то тогда... То есть график вот такой вот. Резкий подъем, вот тут надо успевать, резкий подъем, потом такой естественный спад и медленный такой рост, основанный на профессиональном и правильном подходе. Рекомендую вам тщательно разбираться, но действовать быстро. Действовать быстро. Нельзя бесконечно перемиряться, изучать, высматривать, подглядывать, анализировать, перекладывать бумажки, думать, спрашивать. Очень много людей теряет на этом большие деньги. А то останешься вот с этим вот с недостроенным кошмаром. Желаю вам удачи. Подумайте над тем, что я сказал.